Нарежу. Я сегодня впервые сел на 125-кубовый байк. Двигать, пожалуйста, ничего не надо. Вот. И впервые ездил по горному вот серпантину. Вот. Ну, все оказалось как бы не так страшно, как мне казалось. Вот. Но в конце, то есть, когда уже весь этот серпантин был преодолен, произошло. Короче, я упал. Ну давай-ка. Пока надо. Ну нормально, я думал, будет больно. Нормально. Ну что, скинул, что ли, делать? Ну еще как бы поменяли. Только осталось, что там лишнего. Ты наоборот. Да ладно. Следующий. Самый хороший. Чтобы потом это можно было что-нибудь смонтировать. Охуенная идея. Мне нужно вообще... Что ты мне пляешь? Этот видеоролик надо использовать. Все услышишь. Надо поставить рядом, Блин, на девайсе, хлопнуть и потом... Ты просто... Я считаю, что оттуда лучше писать будет. Давай немножко по-другому сделаем. А зачем ты ушел? Там маленькая. Кстати, инвалид 50-х. Как бы их рекламировать и продавать. Мы с вами в славном, ну не городе, скорее деревушка Пай, в горном Таиланде, на севере Таиланда, ближе к Бирме. Это главная улица, Walton Street называется, то есть пешеходная улица. Здесь в этой части магазинчики, вот там чуть подальше бара, но все это не работает, потому что сейчас день. Все это работает ночью, после того, как стемнеет, после 6:30 примерно. Вот, ну главный вид это вот эта вот гора. И вон та вон гора за моей спиной. Вот, ходить с Глебом по магазинам это очень, я вам скажу, мука большая.
какой угол сейчас стоит? Это салфетки, это не полотенце. Сколько? 108. 108? Да. Что за корявая цена 108? Класс. Посмотрим еще. Так, а я хотел купить все тайские ложки. Или ложку. Или ложки. Тайские ножи Аляси Кирбашка. Еще ножи так. Так, ложек не видно. Гвозди. О, ложки. Ложки, ложки. Я нашел ложки. Вот тайская ложка. Так, что-то какая-то она из какого-то металла. Слушай, ты бритву хотел, не забыть. Бритву мы купим в 7-Eleven, ничего здесь-то. Все, полотенце взял, тапки взял. Так, классно. Мне вот, я думаю, моей зубы понравились. Какая, мягкая? Ну, вот это, вот она нормальная. А тоненькая, правда, но... Проблема? Проблема. Недорого. Бритву. В 7-Eleven, в принципе, все есть. Откуда ты знаешь, что? Откуда же ты знаешь, что? Слушай, а у меня кокосовое масло бы еще. Смотри, коко ойл, коконат ойл. Коконат ойл. Коконат ойл. Настало время показать вам наше жилье. Что можно снять в Паве. Где мы живем. Это, как вы видите, очень живописное место. Там сзади меня видно горы, я надеюсь. Вот, и сейчас я вам покажу, где мы остановились. Это, конечно же, шутка, это заброшенный ГЭС. Где-то мы видели уже эту штуку. Юрец. Такой сам дел был когда-то. В общем, глоток для туалетной бумаги на полу почти. Такой вот гестик. Слушай, а здесь было типа джакузи, наверное. О, слушай, какой вид, а? Ну, в принципе, здесь, я считаю, можно спальник притащить, да, и бомжевать. Вот, только юрец боится, что кто-то тебе ночью заползет в задницу. Надо пробочку просто вставить, да, и никто не заползет, все будет хорошо. Вот. Я боюсь. Ванна, да, тут, да, слушай. Там, кстати, в том номере есть ванна. О, пойдем.
Мы идем смотреть ванну в том номере. Воды только забыли купить, пить хочется вообще же. Джангл, блядь, джангл. В этом или в том, Саш? Ну, не помню, что там было в обоих. Ладно, мы оба номера посетим. И выберем себе лучший номер. О, точно. Нет, не здесь. А, вот она, вот она. Серег, в этом номере ванна. И здесь тоже есть ванна, слушайте. Бесплатная ванна. Мне приснилось, что я пришел ночью в этот ГЭС, пил ванну и пошел плавать по речке. Еще все проблемы. В ванне? Примаки, да. В ванну, ну знаешь? Да, да, ванну. А там муравей. Да там так. Ну да. Не успели прийти уже в ванну выкорчевывать. О, блин, нет, бывает. Ну, в целом, ну, стекло разбито, а вот так вот, не знаю, всех, наверное, даже стекла не побито, вообще все целое, нигде не нагажено все, не знаю, чисто. Конечно, есть такой эффект заброшенности, но в целом, как бы, не знаю, ну, чистое строение. Вполне можно здесь остановиться, как бы, началось. Слушай, а здесь, может, что-то электричество есть, нет? Не пробовали? Куда на электричество? Айфон зарядить, да? Легкая, слушай. Муравьи. А, провода тут имеешь? Ну, вон провода торчат там. Ну... Wi-Fi. Ну, раз бесплатная ванна, то уж наверняка бесплатный Wi-Fi, это точно есть. Вот здесь растут бесплатные бананы, то есть... А, и вот еще, это банан, да. Ну, как бы он еще, бананов самих нету, но вообще это банан. Ой, так, камера чуть криво. Вообще, то есть, теоретически, ты сидишь в ванне, как бы руку протянул, сорвал банан. Там муравьи или термиты? Я не знаю. Не, ну вряд ли термиты будут здесь. Муравьи, что, они бетон будут жрать? Муравьи. Термиты же в дереве живут. Короче, из ванны протянул руку, сожрал банан. О, слушай, вот это рис, походу, в этой. В затопленной такой воде. Ой, воде. Я не знаю, как эти штуки называются. Затопленные участки поля. Не, ну я что-то думал, здесь более трешово будет. О, слушай, вот это прикольная тема. Куда уже более? Природа тая. Слушай, я пока вас ждал, там тайка поливала цветы, я уж хотел умыться. И вы подъехали. Я даже не умылся за вас. Там есть речка. Пойдем, сходим, раз мы приехали. На которой можно в ванной в этой плавать. Не, ну это фул трэш. А зеленая, да? А для ванны нужна же затычка, чтобы она не утонула, слушай. Ну, можно сесть так. А, тогда точно. А, кстати, крыжовничек. Да ладно. И арбузики, ты что, арбузики растут на земле. Это какой не этот самый, как его? Семейство. А, у них есть такие, знаешь, типа маленьких кабачков, не знаю, как называется. О, а это похоже... Семейство на... Посленовых. Блин, на... А, ты тоже их нашел. Посленовые. А это? А это тоже Посленовые. А что там дальше по дороге, речка? Да. А больше никаких здесь нет строений. Есть, но в другую сторону. Кто это? Молчал. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять домиков. Выбирай любой, Серег. Ну я уже выбрал с ванной. С ванной? Да. С ванной и бананами. Дорога в никуда. Нет, здесь дорога уходит куда-то туда. Ну, может, там пробка еще какие-то дороги.
желтая смородина. Фиолетовый цвет. Ух ты. А, ну есть такие вот самые горячие. Горячие. Ну а там они же разные, там они холоднее. Не, ну там можно в них погрузиться, там поплавать. Чуваки, а это не вот эта вот штука, да, которая красная, продается, забугный фрукт называется. Такой красный, волосатый, не? Это не он? Лич? Не, не лич, не лич точно. Красный, волосатый такой. Ну лич. Красный, не, лич не красный. Но это не лич, она он лысеет. Когда он созревает, лысеет начинает. Ну да, вот. Лич. Ладно. Надо выучить все тайские фрукты еще. О-о-о-о. А что до этих источников? Ну вот тут. Без комментариев. Даже вот так вот нам будет лучше. Ты бабушку позвонил. Без комментариев. Что, классно, удобно. Ничего особенного. Так, нет, там некрасиво. А что там дальше по дорожке? Не ходили, но там вообще, если так это объехать, там еще, по-моему, столовка, вот на ней на мотоциклах можно ездить. Ну это лучше объедем с той стороны. И там еще несколько корпусов различных. Мы сейчас объедем. Оставайтесь с нами. Не нужен крючочек. Камера не пострадает, не волнуйся. Чертовски забавно. Давай, давай, давай. Газу, газу. Здесь скользко, я чуть сейчас не поскользнулся. Можно показать людям, когда ты приезжаешь. Такое красивое место, как Пай. Конечно же, такую помойку, как вот это. Че у вас там, чуваки? А там что, Юрец? Да у меня сандалии, я думаю, выдержит. Здесь, видимо, был кабинет начальника. Так, тут что, можно пройти, не можно? Верандочка. А, Ипман 2 есть уже, это что? О, нифига, я не знал. Это что, это на комп? А, это фильм. Смотрел Ипман? Я не помню. Китайский. Ипман, по-моему, учитель Брюса Ли был, да? Не, крутой фильм. Вторая часть, типа, и исторический. Не, он на реальных событиях, этот мужик был учителем Брюса Ли по кунг-фу. Если мне не изменяет память моя, дорогая. Да, а кто ее? А кто ее посмотри? А тут? Муравьиные. Можно вот камеру бросить и достать ее потом. Как выглядело бы эпичненько.
Это у вас ритуал, что ли, такой? Это муравьям песенка. О, а здесь дорожка есть еще, наверное, или нет? Или ты... Так, ну здесь тоже кабинет начальника, видимо, был, но другого. Еще один кабинет начальника. А здесь одни начальники сидели. Ну, я вообще-то снимаю, а ты... Какой она вообще стену не цепляется, она растет. Она настоящая, живая. Так, а там что дальше? Ой, дальше дорожка есть. Там есть еще юрец? Там. Там дальше. Там есть еще дальше? Там дальше. Там дальше. Территория отелей. Там есть еще, да, заброшенные эти самые? Что-то такое должно быть. Сейчас, подождите меня, свой тарантас выкачу. Такие вот у нас красивые виды. В деревне Пай. Так с разбегу в речку. Что с разбегу? Давай заводи. Разгоняйся, говорю, и туда. С разбегу неинтересно. А вот что там камушек такие? Но он мне предлагает с разбегу, а я ему предлагаю с разгона. Куда? Туда. Вот сюда. На ту сторону. Давай, мир насекомых. Мы приехали на одну из главных достопримечательностей деревни Пай. Это деревья вот с такими вот лопухами. Целая роща. Сейчас мы пойдем ими вытираться. Идти надо вверх. А подтираться тоже надо наверху. Не, ну я шучу на самом деле. На самом деле там каньон. Адский огромный каньон, по которому адски страшно гулять. И мы хотели взять же мотоциклетные шлемы, чтобы гулять по каньону. Фу, жарища. Она на меня смотрит, блин. Или она сама настраивает? Нет, она саму не настраивает. Мне кажется, но будет. Сильный пертурбация. Так. Снял отличный кадр. Хорошо. Не, реально, с уголку экрана стоит. Мой масштаб.
Блин, нифига себе. Оу. Все отваливается. Не маленькими кусочками. Серега не пошел. Сыкотно ему. Как экскурсовод в метро. Что там дальше? Есть куда идти? Ну, можно, есть, ну, там, тут рядом, да. Вот, видишь, там. Hello. А как подниматься? Пройду. Разворачивайся. Ага, молодец. Так, разворачивайся. Надо было самым сложным путем полезть. Каким? Ты куда? Не могу. Держи, полезу спасать. Держи, да, так. Вниз, вниз, давай. Вот сюда. Держи, вот, давай. Давай, переступай, да. Касаться, ну, блин. Ну, это да.
страшно. Так, дух? Ого. Слушай, это обратно вот так вот спускаться? Да. Ты можно по желобку? Пару дублей сделал. Сейчас же вот внизу же надо. Ну да, кстати, да. Появись. Нашли магазинчик с клубничным соком. Очень вкусный. Что? Бомбич. Очень вкусный. Очень вкусный, очень холодный, очень 32 за бутылку. Пьешь и наслаждаешься видом. Обзор турочного тайского лесопеда. Хрен знает, сколько ему лет, не знаю. Смотрите, какие тормоза у него. Не знаю, можно ли его пробовать. Но лучше. Что здесь, смотри, здесь вот либо две тачки поместятся, либо, не знаю, жена с ребенком, либо что. Я вот эти штуки под ножки. Эти вот. Так, опасный номер. Не пытайтесь повторить это дома. У нас нету специальных гаджетов, чтобы где-то закрепить камеру. Поэтому сейчас буду ехать и держать ее одной рукой.
Давай, давай, вперед, вперед. Просто надо на рынок ехать, иначе там сейчас все раскупят. Сейчас самое подходит. Уют, у тебя есть телефон Глеба? Не, я не взял вообще. Вообще не взял телефон Глеба. Телефон сейчас я поменяю. Это GoPro? Да. Три. Hello? А, ну окей. А я фильм это окей? Окей. Yes. I don't know, in Chan. It's Thai? Oh, good looking. I will go for dinner to you tomorrow, maybe. Kapunta, goodbye. Трясешь ты их. Ну, блядь, я... Ты просто постарайся не трясти. Ну, я стараюсь, но это просто такая ситуация была. Мне еще дайте пакет, дайте то, дайте все. Приехали на рынок. Со всякими ништячками. Что там? О, я тоже хочу. Порк на палочке надо брать, да? Сколько стоит порк на палочке? 7 рублей. 7 рублей? Вы что? На волке не 5 рублей. Черт, мы переплачиваем. Не, у меня нет. Да, у меня равняет. Блин, а у меня сад надо. Что может быть лучше, чем порк на палочке? А где мы сегодня видели с тобой, да, в меню там что-то порк, какое-то блюдо из порк блад или что-то пиг блад со свиной кровью. Это не оно случайно, не? Ну, в смысле, это не свиная кровь, это от нее. А, вот это вот? Да. 10? О, давай я куплю. Я 2 хотел. Я купил. Ты же где-то потерялся. Мы думали, мы тебя потеряли. Ой, сейчас я действительно держал их ее. Огни? Ну возьми парочку, там, не знаю. Мясо с гулькину пипичку. Не для русского богатыря эти порции. Вот очень хорошие щелочные котлетки по 12-22. Где по 12, где по 20. Это которые? Один квадратник. Квадратники. Слушай, надо с тобой походить по рынку. Там. Ты завтра сможешь уделить время на с тобой, с Глебом? Да. Да, и еще могу показать магазин. Там кеды хорошие, по 400 рублей можно. Ну нафиг там кеды. Впрочем, не знаю, рыбу нам здесь не впечатлило, мы пойдем за курицей. Ну хорошо. Дан дадут уже фигню, или как мы потом придем? А, нет. А вот рыба, что, тоже что, все фигня рыба? Вот рыба, везде рыба. Ты счет на скумбрию похож, не? Ну, что, что такое? Это я сейчас, наверное, не куплю. Китайский рынок таит опасность. Саша ударил с ложкой. Выглядит как нравится. Посмотри, как они пахнут. Я тут договорился с
договорился тут с Юрцом, он нам уделит время, мы походим по рынку, попробуем всякие ништячки. Ну а сейчас мы что делаем? Ну сейчас мы покупаем еду на ужин. А. Что там? Сейчас начнем. Ну мы сейчас эти свинячие, как они мне сказали, порк на палочке. Сейчас порк на палочке. По 7 вроде Саша сказал. Он сказал там где-то на Волке не по 5 вообще. Но маленькие, а здесь по 7, но большие. Сом бат? Он сказал сом на местном, наверное. Слушай, это похоже на куриные желудки. Да? Куриные желудки. And for me too. And one. Так, 12. Я понял. Да, у меня есть? Ну, спасибо. Так, извиняюсь, несется камера. And give me, please, eat. One. Куриные желудки, да, по-моему? Two bat? Cup on cup? Да я взял, что попробую, дешево. Я, правда, без палочки. Ну, ладно, снимай меня, пожалуйста. А вот это надо заедать. А это что такое? Такое тоже хочу. Да похоже на куриные желудки, да? Прям? Может, сердечко. Ну, по-моему, желудки. Тут они где-то полусырые. На, попробуй. Это вот куриные котлеты. Да прям сердечко сырое. Это на нас с тобой, да? Угу. Так, пойдем к мобеду, может, ну? А у нас там. Кап он кап. Позируй. Фрукты надо еще пожать. Фрукты надо пожать. Что? Фрукты. Желудки, конечно, вкусные, маринованные чуваки там. То есть ровно маринаде, но сыроват, как мне кажется. Но есть вполне может, то есть блюдо такое. Может, в принципе, так и надо здесь, так и есть. Да. Делишес. Кусочек свинины. Кусочками сала. Я так понимаю, чтобы это не было сухое. В каком-то еще сладком этом самом маринаде, да? Сладкое. А что вы такое набрали? Оператор научился, короче. Сосиску, что ли? Котлетку шнурки взял. А, и как она? И я взял. А еще взял какие-то куриные желудки, но они какие-то нормальные. Какие-то сыроватые, как мне кажется. Ну там как-то так. А? Ну вот. Слушай, а что продают в этих пакетах? Это супы такие, да, или что? Да. Порция супа, да? Первый, второй. Чесночная. Я их купил. Нет, покупай, не купил. Попробуй. Да? Я покупаю. Севен, наверное, в магазин и на Волкин. На Волкине еще, подожди. Ну, да. Подожди, у меня же две. Что на Волкине? Не знаю. Перец? Промухи не забывай. Будешь хорошо. Да. Для горла помахает. Даже перец, даже перец. На горло. Пойдем, я покажу. This way.
big. This is one for my friend, one. А еще какие-нибудь это тоже. Тайские рыбки очень травмоопасные, я уже говорил. Если вы приезжаете на тайский рынок, не снимайте шлем. Ходите в шлеме. Пока еще обо что-нибудь башку не ударился. Я, наверное, возьму тоже еще одну котлетку. Да, вкусная сосиска. Котлетки. А вот другая твоя сосиска может оказаться полным дерьмом. Нет, чуваки, вот это вот сжать очень опасно. Даже вот смотри, такую красота. Пипиську голубиную. Проголодался, кидай мне ее. Не, на, угощайся. Красненько. А потом... Ой, это что такое-то купил? Дай попробуй. Это... Дай попробовать, да. Или картошка, я не понял, что это такое. Мне когда рисовая, короче, сосиска. Рис, знаю, как это все. Это, наверное, рис какой-нибудь, знаешь, типа свиной кишки или что-то дала. Это тупо рис, там ничего нету, не понял. А вот те, которые кругляшком, колбаски. Они очень острые, и там в них тоже много риса, и мясо тоже есть, но в основном острота. Ешь острый рис, чуть-чуть мяса. Мы сейчас это тоже не будем так чинить. Так, а мне дали, короче, чесночную котлетку с капустой. Не знаю, с чем-то еще, вроде как с перчиком. Прикусно. А если очень остро, то сразу раз и капустки. И капустки. Ну и остро, я тоже почувствую. Вкусно. Вкусно. Вот это попробуй. Она остро, она остро. Не остро. Но вместе хорошо. Если очень остренько, то вот еще капустка. Свинина с чесноком очень вкусно, да. Да, перчиком. Мне неудобно держать все это и есть одновременно. Да, а как ты хотел? Я бы вообще так не съел. Блинчик сделал. И все. В итоге потратил 200 рублей. Ну, конечно, одну такую. Слушай, я на 100 рублей обожал. Пожалуйста, здесь вообще. Это два раза дорого. Ну, это дороже. Ну, ты здесь не сбрасывай. Подождите меня. Уж больно вкусно. Эти пирожки, такие же котлетки, но там уже под... Это тут местное, а там под европейцев. Ой, вот я вот это не люблю под европейцев. Мне нравится местное. А дуриан не будем, надо бухать сегодня опять. Мангустинчиков можешь взять, не? Вот, я вот это имел в виду сегодня. Hello. Вот это как называется? Вот это, я думаю, волосатая, помнишь? Личи. Личи все-таки? It's личи, yeah? Oh, no. Это рамбутан. Рамбутан, вот. Личи. Личи. Этот человек живет в Тае, 8 месяцев не выучил, называется. Личи. He live in Thai 8 months and don't know how it name it. Yeah. No, he name it, it's личи. Личи, no, сейсан. Возьмем? Ну, give me сам. No, no, half kilo, half kilo. Ой, куда столько? 15. Окей. And this place half kilo. Слушай, вот эти вот два вида, я их путаю все время. Блин, у тебя спрашивают вообще стрёмно тебе после всего. Вот это вот. Что это? Что-то. Вот это вот что-то с чем-то, понятно. 8 месяцев тая, вот это что-то с чем-то. Типа наши редиски тут.
под редиски. На вкус как наш редис. Угу. Хорошо с солью порезал, так, за компом понюхал. Какая-то курсанта, не сладкая. Не сладкая? Кто? Ты же блин? Кабангап. Редис. Редис. Кабангап. Слушай, как по тайски, до свидания. Так, а вот это вот. Ну-ка давай, расскажи, да, о своих ощущениях. О, эти здесь продаются всякие там личинки, какие-то тараканы. Это для турья. Ну да, да. Я знаю, они не едят. Это в Камбодже едят. Здесь это более такой, ну, так сказать, экономический. В Бангкоке полно, в Паттайе. В Бангкоке я не видел, в Паттайе только я видел. Я вот попробую. Смотри. Дай попробую. Мясо, много перца. Какая тут тачка, слушай, приправа, они фигачат каждое блюдо. А, лемонграсс. Это лемонграсс, чувствуешь? На молоке, кстати, в этих полдень. Ну, смотри, пить. Это чай, можно пойдем попить чай. Положи к себе, у меня уже места нет. Вот, а это маленькая улица в Пае, маленькая улица в маленькой деревушке. Очень острая сосиска была, блин. Очень острая, да ладно. Может быть не очень острый, но, блин, я бы сейчас за бутылку воды. Паркуетесь? Ну да. А, ну хорошо. Тоже паркуемся. Я тоже паркуюсь. Мы идем на Walking Street. Запомнить место? Ну да, место запомнить. Так, ну, это перекресток вот с такой вот розовой штукой и с такой вот торчащей трубой. Hello, give me please one. Open, yes. С момента. Капан кап. Странный вкус. Это как разводной. Да, да, что-то какой-то. Юпи. Зука. Какой-то охлажденный зука. Бат. Это какие-то жулики, походу, слушай. 20 бат на зубов парень. 100 грамм, да? Нет, тут грамм 200, по-моему. Ну, 200, 50, 50. Бля, давай дойдем. По-моему, она очень теплая, понятно?
Слушай, мне вот эта майка нравится больше, чем твоя рубашка, на самом деле. Вот эта вот майка, короче, мне нравится больше, чем рубашка. Вот эта. Зончик няшный. Не пойму, что это, проволока, что ли? Нет, походу, какие-то нитки такие, какие-то синтетические. Ну что, а сколько стоило? Ну, предложили 290, я предложил 250. Они согласились, но на самом деле. Ну и там размер L. Я буду это есть. Ты хочешь кофту в Таиланде? Я хочу что-то с длинной металлургой. Расточил. Это Боб Марли, что ли, не пойму. Не знаю. Не очень качественно. Ну, наверное, Боб Марли точно может быть. Рэпчик. Где-то я тебя видел, дядя. Назад мы едем уже. Вы назад едете? Еще киндера надо забирать, нет? Там где-то. Ну, мы хотели, если не увидите, тоже можете как-то сообщить, что буду. Сейчас? Сейчас, когда там... Какого? Где находится? Мы потом в Вьетнам, а мама поедет назад в Москву, и папе передаст. А, купить статуэтку Будды? Лицо или что-то. Ну, какой-нибудь, как не... Статуэтку Будды. Говно, я пал. Так что там, подожди, надо забирать Олега или нет? Ну, мы сейчас ждем Сашу, он должен подъехать. Потом куда? Домой, да. А, не, мы же не домой потом. Ну я могу домой поехать, а вы поедете тогда там по делам. Ладно. Смотрите. Не, ну что? Наше дело предложить. Ну, сейчас идем. Смотрите. Я сейчас, короче, если мотоциклиста того не насадил, я сейчас какого-нибудь пешехода насажу на эту палку. Там личинки вылезали. Sorry. Может быть, кокоску внести? Давай кокоску. Excuse me, I take it. How much? 40 baht. 40 baht, why so expensive? Why so expensive? I buy it for 25. No. 40, oh, excuse me. Да я за 15 бат воробьев сколько гоняю, что? Вот. Но это опять цена туристическая. Вот 40 это вообще супер туристическая цена. Вот. В каких-то не туристических местах там, и для тайцев он вообще там стоит там бат 5, наверное, не знаю, если не 3.
Я сейчас чуть мотоциклиста не насадил, велосипедиста чуть не насадил. Нам туда ехать? Можем пешком, в принципе. А, нет, давайте мы проедем. Тут дождь какой-нибудь начнется, подальше на мотоцикле. Объект не пустил, поэтому, да? Нет, просто... Я этот сделал медиум. Ну, на мой взгляд, она все-таки горизонтальная должна быть. Это прикольно. Ну, ты с ума сошел. Все, я хочу уже... Пей-пей. Сейчас. Вот. Из этого просто еще что-нибудь какое-нибудь. Блин, ну вот. Кто-то накурился. Вот, я не возвращаюсь. Просто жру на то, чтобы вот отсюда до сюда, вот кадровые эти, вот эти границы кадровые. А, вот это, да. А тогда не влезает верхняя курица. А тогда вот немножко ниже и вот так вот, ну, вот так вот ниже этого угла. Какое у него вообще фокусное расстояние? Нормальное, можно даже поближе. Спортивно. Так вот, 5 утра, или 6. Пай просыпается. Ну вот так вот получилось, что еще даже не ложились. Отсматриваю наше первое видео.